Президенты Алжира и Франции Абдельмаджид Тебун и Эммануэль Макрон подписали в субботу 5 соглашений о сотрудничестве, в том числе совместную алжирскую декларацию о возобновлении партнерства, в которой через 60 лет после окончания Алжирской войны страны обязуются вписать свои отношения в динамику необратимого прогресса. Одной из главных тем переговоров глав двух государств были поставки алжирского газа во Францию.